Okay. 130 kilograms on the competition platform. Аракел Мирзоян, друзья, Армения. Весовая категория до 94 килограммов стартует. И первым на помосте у нас появляется Аракел Мирзоян. Спортсмен из Армении, сын нашего советского олимпийского чемпиона Аксена Мирзояна. Аракел выступает в непривычном для себя весе. Его, такая, скажем, привычная наработанная весовая категория — это до 77 килограммов. Ну а сегодня он выступает в весе до 94 килограммов. А собственный вес 86 килограммов 900 граммов. Многим спортсменам пришлось набирать, напивать вес. По правилам соревнований спортсмены должны весить больше 85 килограммов, хотя бы 85 килограммов, там 50 граммов. И два тяжелоатлета в этой весовой категории, как раз которые таки напивали вес. Ну, нет, даже, наверное, четверо у нас, по крайней мере, из известных. Наш Виктор Гец, его категория до 77 килограммов, ему тоже пришлось вот напевать перед взвешиванием килограммы. Ну да, Адам Малигов выступает обычно в категории, ну, либо до 85, либо до 94 килограммов, имеет, собственно, вес 89 килограммов. Павел Ходосевич из Белоруссии также выступает до 85, то есть это их привычные весовые категории. Но вот еще из атлетов, для кого эта категория, ну, немного непривычная, которые выступают в них скорее из-за того, что нужно выступать, это Мартин Разван. Его вес также до 77 килограммов. Кстати говоря, Мартин Разван — один из самых, наверное, титулованных атлетов на помосте. Он бронзовый призер Олимпийских игр Лондона в 2012 году. Тогда он выступал в более легкой весовой категории. 152 в рывке, 180 в толчке. И 332 бронзовая сумма Олимпиады. После этого отдыхал целый год и появился только на чемпионате Европы в 2013 году в Албании, где, в общем-то, попал под дисквалификацию. Определенные запрещенные препараты были найдены у него, и два года нигде не выступал. Сейчас, соответственно, Мартин Разван пытается попасть на Олимпийские игры. Для этого нужно выступать на квалификационных соревнованиях, одним из которых как раз является Кубок Президента. Аракел Мирзоян тем временем во втором подходе берет 135, также уверенно, как и в первой попытке. Мартин Разван для второго подхода заявил 140. Ну а мы ждем появления Игоря Томича из Сербии, 136. Именно такая заявка у него для первого подхода. Ну, для тех, кто следил за предыдущими трансляциями, я повторюсь, а для тех, кто впервые наблюдает, просто расскажу. С 2014 года немного поменялись правила в тяжелой атлетике, и помимо того, что команда отбирается на Олимпийские игры, также разыгрываются и личные лицензии. То есть спортсмен, который претендует на участие в Олимпийских играх, должен за последние два года перед Олимпиадой выступить в двух таких, так сказать, квалификационных или сертифицированных международной федерации стартах, коими являются чемпионаты мира, Европы, какие-то местные региональные, крупные региональные соревнования. И вот одним из этих стартов является как раз-таки Кубок Президента. В прошлом году он проходил в Грозном, и в 2016 году Казань принимает у себя эти соревнования. Томич справляется с весом 136, ну, не без труда. 137 килограммов. Для
Томича. Это вторые международные соревнования. В 2015 году он выступал в Тбилиси на чемпионате Европы, где был 17-м. Тогда он поднял 144 килограмма в рывке и 171 в толчке. Ну и таким образом, выступив на Кубке Президента, он будет иметь в своем активе две квалификации и может смело ехать на Олимпийские игры. Я думаю, команда Сербии в минимальном составе это точно попадет в Рио-де-Жанейро. А вот для Розвана Мартина это пока первая квалификация, то есть у него будет одна лицензия, уже он уже вышел на помост, то есть одна лицензия на попадание на Олимпийские игры у него есть. Вторую он сможет завоевать буквально через месяц на чемпионате Европы, который будет проходить в Норвегии. Очень уверенно Розван Мартин берет 140 килограммов. Ну что ж, для категории 77, даже для категории 77, эти веса не самые большие, но мы понимаем, что он пока находится в процессе подготовки именно к чемпионату Европы, где, наверное, будет уже какие-то более серьезные килограммы показывать. А если брать лучшие результаты Розвана Мартина, то у него самый большой рывок, зафиксированный на международных соревнованиях, это 150 килограммов. Кстати говоря, что примечательно, эти килограммы были показаны им в Казани в 2011 году на чемпионате Европы. Да, Казань, конечно, много международных стартов приняла у себя. Это и чемпионат Европы 2011 года. После 30-летнего перерыва тяжелая атлетика международная вернулась в нашу страну. После чемпионата Европы была Универсиада 2014 года. Также в 2014 году, также в Казани, как Универсиада, прошел чемпионат мира среди юниоров. Ну и сейчас четвертый международный старт. Это Кубок Президента Российской Федерации по тяжелой атлетике. Ну что ж, я присутствовал практически на всех этих стартах и на юниорском чемпионате мира, ну разве что вот на Универсиаде не был. Могу сказать, что на высочайшем уровне проходят соревнования, а уж Универсиада и Кубок Президента это как бы, ну, не каждый чемпионат Европы или чемпионат мира может похвастаться именно такой организацией. Конечно, Казань недаром называют спортивной столицей России. Огромное количество международных чемпионатов, первенства по разным видам спорта. Огромное количество спортивных объектов в городе. Современном, можно смело сказать, европейском городе, где все сделано как раз-таки для жителей и килограмма для гостей, которые приезжают. Поэтому, кто не был, всем рекомендую посетить Казань. Здесь есть на что посмотреть. И исторические объекты, ну и регулярно проходят соревнования. Поэтому, если вы следите за каким-то видом спорта, покупайте билеты и приезжайте. Здесь вы почувствуете, что такое гостеприимство. Тем временем Игорь Томич 140 килограммов взял во второй попытке и идет 143. В третьем подходе, вот буквально сразу же, потому что других участников на этот вес нет. Сейчас мы посмотрим, что у нас у Игоря по лучшим результатам. 144 в Тбилиси, да, сейчас 143, ну, чуть меньше. Я думаю, Игорь Томич также в качестве основного старта все-таки рассматривать будет чемпионат Европы. Ну что ж, хватило по мосту спортсмена, так повело вперед, пришлось поднапрячься, но три попытки успешные, а это всегда приятно. У нас на штангу 145 устанавливается Анджело Бьянко, спортсмен из Соединенных Штатов Америки.
Впервые я вижу его на помосте. На чемпионатах мира у нас атлеты делятся по группам и обычно транслируют нам всегда группу сильнейших. То есть порядка 10-12 сильнейших атлетов мы всегда можем наблюдать. А на самом деле выступает гораздо больше спортсменов, до 40 человек. И вот этих слабейших спортсменов нам не показывают, только по итогам соревнований. Уже в финальных протоколах мы можем ознакомиться именно с теми, кто выступал. Анжело Бьянко, ему 23 года, он имеет опыт выступления на международных соревнованиях. В 2014 году выступал в Чангмэе. Как я понимаю, это студенческие были соревнования, чемпионат мира, где он был шестым. Из последних выступлений Анжело Бьянко это нулевая оценка на чемпионате США в феврале, в общем-то, как и у спортсменки, которая сегодня с бронзовой медалью Кубка Президента уедет. Она тоже с нулевой оценкой уехала с чемпионата США, но дали ей второй шанс, она исправилась. Посмотрим, как ее напарник по команде себя проявит. Тем временем Разван Мартин берет 145, еще легче, чем в предыдущих попытках. Да, ну, три удачные попытки. Всегда вот так, во взрывном таком стиле поднимает с запасом хорошим. 150 килограммов. Да, ну что ж, кому интересно, можете через месяц следить за чемпионатом Европы. Роберт Блэквелл, United States, first attempt. Роберт Блэквелл впервые выходит на международный помост. Он на чемпионате США в рывке поднял 155 килограммов. Но сейчас неудачно стартует со 150, к сожалению. На чемпионате США также он начал с 150, затем попытка на 155 была неудачная, и в третьем подходе справился с весом 155. Ну а сегодня, видимо, сказывается волнение, и уже в первом же подходе мажет подход Роберт Блэквелл. Павел Ходосевич из Белоруссии в первом подходе неудачно. Тоже не совсем его весовая категория. Обычно Павел выступает в весе до 85 килограммов. Ну, сегодня Виктор Гец весит 88 900, и первая попытка неудачная. А у нас на помост выходит Виктор Гец. Россия, зал приветствует. Молодой, перспективный спортсмен. Давайте посмотрим этот подход и расскажу вам, что он в своем уже юном возрасте успел завоевать. Держать. Как обычно, очень уверенно Виктор Гец справляется. Ну что ж, Виктор Гец очень так мощно стартовал на международном помосте. Он из таких вот именно крупных международных стартов выступал в Казани в 2014 году на Нью-Йоркском чемпионате мира. В рывке был вторым, в толчке, к сожалению, получил нулевую оценку. Ну, слишком много тогда, по мнению главного тренера, начал Виктор Гец. Немножко так вот не получилось. После этого Виктор выиграл юниорское первенство Европы в Лимассоле. Затем в Тбилиси на чемпионате Европы он был вторым в сумме.
И в третьем подходе судьи вмешались в распределение медалей. Очень спорная была попытка, где Виктору не засчитали подход. А если бы засчитали, он бы стал чемпионом Европы. Ну и в Хьюстоне Виктор Гетц шел на победу 202 килограмма. К сожалению, ему тогда не покорились, и он остался за чертой призеров. Но, в общем-то, шуму такого успел наделать, и Виктор рассматривается как один из претендентов на поездку на Олимпийские игры. А Роберт Блоквелл тем временем во втором подходе справился. И еще одна попытка у него остается в запасе. А чуть ранее Павел выходил Ходосевич, Анджело Бьянко, Беларусь, из Соединенных Штатов. Он 150 килограммов не поднял. Второй подход. Павел Ходосевич. Второе появление на помосте. Да, ну что-то Павел совсем не готов сегодня. 169 килограммов лучший результат в рывке, а сегодня 150. Ну, в целом легко, но какие-то проблемы с фиксацией возникают. Непонятно почему. Анджело Бьянко, сет аттемпт. Может быть, не может настроиться именно на такой легкий вес. Анджело Бьянко, 150 килограммов, третий подход. Атлет из Соединенных Штатов Америки. Анджело Бьянко. Никогда 150 килограммов не покорялись Анджело Бьянко ни на внутренних соревнованиях, хотя было много-много попыток, где он штурмовал этот вес и даже 151 пытался поднять. Но вот в случае успеха это его будет личный рекорд. Нет, не сегодня. Пока рекорд откладывается. Анджело Бьянко заканчивает рывок с итоговым результатом 145 килограммов. Пока это четвертое место. Ну а лидером является Виктор Гетц, который легче всех остальных. 86 килограммов, 100 граммов всего он весит. И поднял 150. Пока единственный. А нет, прощения, еще Роберт Блоквелл также поднял 150. Две предыдущие попытки Роберт были тяжелее. И Павел Ходосевич. Очень ответственная попытка. На грани нулевой оценки. Вот сейчас находится. Нужно обязательно поднимать. Ну что ж, справляется Павел Ходосевич. Поздравляем, ушел от баранки, так называют нулевую оценку, тяжелоатлеты. Удалось справиться в третьей попытке с начальным весом атлету из Белоруссии. 155 килограммов, заявил Виктор Гетц. 155 сейчас у нас устанавливают для Виктора Гетца. Виктор имеет лучший результат в этом упражнении. 163 килограмма. Виктор Гетц. В Хьюстоне в прошлом году именно столько он поднял. Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Справляется Виктор Гетц во втором подходе. Да, но знаю я, что самое тяжелое пока на этих соревнованиях для Виктора было это попасть именно в эту весовую категорию. Собственный вес атлета обычно составляет порядка 76-77 килограммов, иногда чуть больше. И если на чемпионатах мира и Европы Виктору Гетцу приходилось сгонять вес, то здесь нужно было 8 килограммов наесть и напить. И, в общем-то, на взвешивании с бутылкой воды он стоял и недостающие граммы просто в себя насильно вливал.
Роберт Блэквелл. 156. В случае успеха обойдет Виктора Гетца на 1 килограмм. Очень близко было. Блэквеллу не погорелись. 156. 160 килограммов. Хотя было очень-очень близко. Кстати говоря, 156 это тоже был личный рекорд американца. Три атлета из России продолжают выступление. Ну что ж, мы поздравляем Виктора Гетца с попаданием, по крайней мере, в первую тройку в рывке. Это точно, потому что у нас два спортсмена не выходили. Это Адам Малигов Ренат Киреев. Они со 160 стартуют. И при любом раскладе Виктор Гетц будет, по крайней мере, в тройке после рывка. И Ренат Киреев на помосте, 160 килограммов на штанге. Давайте смотреть. Ну что ж, как обычно, очень легко справляется Ренат Киреев с этим весом. Лучший результат Дачный у него в рывке. 176 килограммов на чемпионате мира в Алмате. Именно столько показал Ренат. Малигов. Конечно, для категории 94 килограмма первый это подход. Близко к подиуму, но обычно поднимают выше. Тогда в Алматы Ренат Киреев был четвертым в рывке. И вот в толчке немножко не хватило, ходил даже на победу. Ну вот. Не получилось. А на помосте Адам Малигов. Те же 160. Отлично, отлично. Адам Малигов справляется. Good lift. И у нас после рывка уже точно тройка будет российская. Также удачно стартовал приятно. Адам Малигов. Малигов имеет в рывке. Виктор Гетц. Лучший результат 178 килограммов. Показывал его на Кубке президента в Грозном, где стал победителем. Правда, тогда пришлось немножко поднапрячься. Адам Малигову. И Виктор Гетц. Атлет, который выступает, в общем-то, на две категории меньше. Но, тем не менее, берет 160 килограммов. И выходит в лидеры. Он самый легкий из всех. И Виктор покоряет 160 килограммов. Да, отлично. 165 килограммов. Два атлета из Российской Федерации продолжают выступление. Хороший отрыв от ближайшего преследователя у Виктора Гетца. Павел Ходосевич на четвертом. Получается, после тройки, да, Павел Ходосевич, он 150, то есть 10 килограммов. Оба россияне заявили отрыв. Одинаковый вес по 165 килограммов. Ренат Киреев. И сейчас отношения будут выяснять Ренат Киреев и Адам Малигов. Между собой у них осталось по две попытки. Оба зачетные 160 уже сделали. Теперь 165 выходит Ренат Киреев, а Адаму Малигову нужно будет повторять веса Рената Киреева, потому что Адам Малигов легче. Немножко не хватило Ренату Кирееву. Адам Малигов. Second attempt. Второй подход. Адам Малигов также выходит на вес 165. Не стал добавлять килограммы или пропускать Рената Киреева вперед. Ну что ж, правильное решение. Вот... Здесь уже вес такой, все-таки достаточно серьезный. И для категории 94 килограмма, ну, могу сказать, что обычно с этого веса на чемпионате Европы, на чемпионате мира уже так стартуют лидеры.
справляется Адам Малигов с весом 165 килограммов. И таким образом Ринату Кирееву для того, чтобы обыграть, нужно идти на килограмм больше. То есть на 166. Правда, у Малигова останется также еще одна попытка в запасе. Ну, видимо, не просчитали эту возможность для Киреева, и он выходит на 165. Ой-ой-ой-ой. Уже все было сделано, но что-то, мне кажется, поспешил. Да, веса большие, любая неточность приводит к тому, Ринату, что 170 заявка Штанга Адама Малигова. Уходит куда-то от заданной траектории, вперед или назад, и все. Попытка неудачная. Да, ну, Ринат Киреев, конечно, в толчке имеет более высокие личные показатели, рекорды, поэтому, может быть, сумеет Адаму Малигову навязать Малигов какую-то борьбу. Ну а со стороны Адама нужно просто отрываться от Рината Киреева как можно дальше. Пока преимущество 5 килограммов. И если сейчас он поднимет 170, то отрыв будет 10 килограммов. Держать! Молодец! Есть! Ну что ж, заставил немножко поволноваться, потому что небольшая неточность привела к тому, что закрутила его штанга. Надеюсь, как бы все хорошо со здоровьем. И на этом наше соревнование в рывке закончено. У нас 10-минутный перерыв. Вкратце расскажу об итогах. На первом месте Адам Малигов, 170 килограммов. На втором неожиданно Виктор Гец, 160, и на третьем Ринат Киреев, те же 160 килограммов. Вот такая вот у нас тройка лидеров по итогам рывка. Ну что ж, мы идем отдыхать и в скором времени вернемся снова. Итак, друзья, перерыв 10.